Друзья, всем привет! Сегодня выпуск с неважными новостями. У нас сначала с Виктором возникли недопонимания, а затем и разногласия по реализации проекта. И, к сожалению, в том виде, в котором мы планировали его реализовать, мы его реализовывать уже не будем. Изначально, как вы знаете, мы хотели построить дом самостоятельно, своими руками за 100 дней. Проект реализовывать в любом случае я буду и рассказывать на данном YouTube-канале обо всех перипетиях и событиях строительства продолжу. Только вопрос, в каком виде это будет дальше продолжаться. Сейчас я об этом как раз думаю. На данный момент у меня остался проект на руках, правда без инженерии. И вот с этим проектом я думаю дальше как быть. Вы, кстати, в комментариях поделитесь своими соображениями и, может быть, советами, как стройку можно было бы дальше продолжить и какими силами. Буду благодарен. Кстати, под прошлым видео комментарий с просьбой о том, чтобы я не подписывал видео капсом, набрало много лайков, и поэтому пусть будет по-вашему, видео теперь буду подписывать обыкновенным образом. Все для вас. Еще раз спасибо за то, что следите за нашей историей. Она получается такой со сложностями. Но думаю, что в итоге все получится. Спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока.